впечатления расскажу немножко. Сегодня у нас закончилась психология, и мы были еще на йоге. 3 недели упорных занятий, вот, ментальных воображений, роста духовного. Очень было все построено хорошо. Процесс просто отличный, именно построен так, чтобы знания заходили сразу напрямую в сердце. Вот. Очень благодарны нашему гуру, учителю Танмаю Госвами. Надеемся, главное, что главная мысль этого ретрита, этих занятий, наверное, состоит в том, чтобы главной задачей у нас это является получить освобождение от иллюзий еще при жизни и начать применять эти знания на благо всех живых существ. Что можете сказать по поводу этого курса, Дмитрий? Ну, что касается этого курса, хочу сказать, что дало массу положительных впечатлений. Во-первых, то, что многие вещи, конечно, интуитивно это уже знал, либо предполагал на бессознательном уровне. Но дело в том, что не знал никогда, как их возможно использовать в этой жизни. Вот этот курс, я думаю, это подобно некой такой картинке, которая наше знание – это пазл. И вот этот пазл, когда соединяется воедино, и можно понять логически, как, что, из чего трансформируется эта энергия. Другим людям, которые захотят присоединиться, сразу хотим сказать, пусть не сомневаются. Если сначала где-то сомнения, чего-то, они, возможно, есть далеко ехать, чего-то там, но именно вот эта обстановка позволяет плодотворно подняться на духовном плане. Вот. Никаких сомнений быть не должно. И только вперед, вперед, вперед. Что дал этот курс вам? Мы не договаривались, кто первый. Вера, Надежда, Любовь. Ну, он нам очень много дал. Прежде всего, ну, мы здесь встретили новых друзей. Ну, и вообще наша троица тут такая сплоченная сложилась. Да, мы должны представить, тут сидит Вера, Надежда и Любовь. Это так вышло совершенно случайно. Также случайно получилось, что здесь собрались все 3 доши представленные у нас есть. Вата, Пита, Кафа. Так что наша встреча не случайна. И вообще оказалось, что у нас очень много всего общего. Когда вот мы эти 10 дней, когда мы жили вместе, мы очень-очень сильно сдружились. Мы просто очень счастливыми себя чувствуем. И познакомились с замечательными ребятами здесь. И у нас такая маленькая ячейка общества тут сложилась по ходу дела. Вот, это очень-очень ценное приобретение. Но, конечно, прежде всего мы хотим сказать слова огромной благодарности доктору Танмаю Госвами, потому что каждый раз, когда мы его встречаем, он нашу жизнь как-то под каким-то новым углом разворачивает, и все в новом свете оказывается, все становится как-то на свои места, и просто жизнь каждый раз меняется просто коренным совершенно образом, и мы чувствуем себя вот совершенно оправданными здесь. Спасибо. На этом курсе я поняла себя совершенно с другой стороны, о чем даже и не подозревала. И в том числе мне помогли девушки увидеть себя такой, какая я есть. И я благодарна доктору Танмаю, что он открывает с каждым разом все новые грани личности, о которых мы не подозреваем. И он научил нас помочь самим себе прежде всего. А когда мы сможем помогать себе, мы сможем помогать другим людям. Вот. Благодарю Танмая. Ну, мои впечатления на этом курсе были немножко ожидаемы, потому что я уже давно иду к пониманию человека как части природы, как части экосистемы.
и его здоровье рассматривает, то есть понимание здоровья с точки зрения аюрведической, которая предполагает, что человек может быть здоров, счастлив, и болезнь, нет неизлечимых болезней, все преодолимо. То есть медицина, она, в общем-то, мной рассматривалась, и я нашла именно у Таймай Госвами. Рассматривается не как лечение болезни, а как сохранение здоровья и как баланс в этой вот системе, биосистеме, и мы ее часть. И именно все эти ответы на эти вопросы я нашла именно на этом курсе. Поэтому вот как-то то, что я хотела, я нашла. Я нашла, не найдя это в официальной медицине, ну, так скажем, ортодоксальной медицине. Она совершенно этому не учит. Там запчасти, вот, которые каждый доктор лечит свою запчасть, в итоге ничего не вылечивается. В итоге мы получаем хронические болезни. А именно такая медицина, в таком аспекте, когда рассматривается человек, да, это немножко другая медицина. И это даже не медицина, это познание себя и познание этой системы и ее возможностей исцеляющих. Она исцеляет сама себя. Нужно просто ей немножко не мешать. Вот и все. Спасибо. Александр, что вы думаете по поводу курса, который прошли? Курсы для меня неожиданностью были. С одной стороны, планировал только пройти очистку организма. С этой целью ехал, прежде всего. Но что хочу сказать про курсы. Действительно, много-много информации для себя почерпнул, которая, надеюсь, пригодится не только в жизни, но и в плане передачи ее другим людям. Потому что есть я для себя выяснил ряд моментов, которые, на самом деле, я считаю, что могут скорректировать свою жизнь. Вот. Спасибо. А в целом про клинику хочу сказать следующее. Понравилась общая атмосфера, которая здесь. Именно атмосфера доброжелательности, спокойствия. И сам быт тоже на уровне, я считаю. Вот. Большое спасибо. Спасибо большое. Все нормально, все хорошо. Как один человек сказал, с каждым днем наша жизнь становится все лучше и лучше. Вот этому принципу надо следовать. Спасибо большое.